Около полусотни жителей края получили государственные и краевые награды. Церемония награждения прошла в правительстве региона. На нее пришли представители разных профессий – врачи, педагоги, работники культуры, спорта, сельские труженики, строители. Вручил награды губернатор Виктор Томенко. Среди награжденных 96-летний художник-живописец Михаил Буткеев, знаменитый алтайский атлет Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов. Звание заслуженного врача России получили 4 медработника. 6 работников культуры удостоены награды. Медаль «Родительская слава» в этом году вручили жительнице Каменского района. У 43-летней Натальи Шматовой 6 детей и 4 внука. Дети вроде у меня хорошие. Один женатый, другая замужем. 4 детей, 4 внуков у меня. 1 внук, 3 внучки. Виктор Томенко поблагодарил всех награжденных за многолетнюю преданность работе и вклад в общественную жизнь.